Вот моя любимая машинка, блин, побила градом ее. Ладно, потом. Сыночек любимый приехал, обрадовал папу. Попал под град, у нас сегодня град был. С тремя одеялами. Да, и причем, да, одеялами укрывали. И... Коврами. Или пробило. Коврами. Вот, сам делись, рассказывай. Пробило на крыше сквозь два ковра. Ну, тут подфартило, в принципе. Вот тут чуть-чуть побило, остальное целое. На багажнике еще не занимались. Лежало два ковра, но относительно тонких, где-то миллиметров. Один был миллиметров 10, другой был миллиметров 15 ворс. Все равно пробило, ну, можно сказать, повезло. Ковер с 10-миллиметровым ворсом, который лежал только на капоте, там уже отдефектовано. Ну вот тут отделались легким испугом с багажником. Ну, кое-где, да, есть. Да, вот тут как раз на крыше, где ковер лежал с толстым ворсом, там ничего не зацепило. А по краям? Вот, а по краям, где его не хватило, да, там уже все. Ну вот тут видно. Ладно, в дальнейшем потом это все... будет видно. В общем, сейчас решили заняться капотом, клеем, поклеим, клеем, поклеим, что получится, а потом уже будем ковырять, как бы, ковыряться уже этим самым крючочком. Решили, так сказать, сегодня уже поздно, чуть поковырять и разбегаться. Ну, как я уже говорил, сейчас не всегда получается снимать их. Вот такие вот умятинки. Их тут немало. Ну и немного, в принципе. Ну, в общем, есть чем заняться. По выходным, да? Да. Нет, ты пойми меня тоже, Юра. Пойми вот что-то автофокус не автофокусирует. Ну вот, потихоньку разряжается. Вот, здесь уже пятачок этот, вот этот уже сделался клеем, сам причем сделался. Вот здесь еще одна осталась на краю, вот видно. Ничего, потихоньку все она преобразится, конечно, не знаю, как здесь острые вмятины, побило, конечно, хорошо машинку. Ну, что делать? Будем делать потихоньку. Ну, вот такая, короче, идет работа. Дергаемся, забиваем, дергаемся, забиваем. Потихоньку, помаленьку, по одной, по одной, по одной, вмятин становится меньше. Вот. Нормально работает. Кстати, вот он, мой новый. Для работы по жестким лакам он или по жестким как бы моментам. Новый Кирн. Я просто рад, что у меня теперь такой есть. Очень хорошо работает, корректно. Вот заточечка у него такая интересная тут. Вот. Вот. Так что все хорошо. Точно так же, как и вот этот вот хороший. Кернышек или пробойник, кто как называет, как бы тут вопрос не в этом. Ну, как бы пробойник, да, но этот немножечко помягче. А этот прям хороший, жесткий. Очень хорошо работает, мне нравится. И с магнитами. Вот этот вот он 13 мм в диаметре. Надо к нему тоже там, магнитик или два будет присобачить, потому что ну так, раз. И побежал, он и убежал. А так. Кинул. Точно так же, как и грибочки. Есть вот с магнитами, с ними очень хорошо, комфортно работать. Ладно, продолжаем дальше. Клей подстыл. Потихоньку вышли на кромку капота. Здесь вот у нас 3 там или 4 вмятины. Одна, правда, прям на краю, на ребре. Ну ничего, я думаю, справимся мы с ней. Вот, надо доделать. Решили залезть на крышу. Вот она, вмятинка.
видно я. Угу. Попробуем ее дернуть, подернуть, выдернуть. Вот на капоте уже чуть подходили. Ну да, здесь чуть почистилось. Но здесь все остальное еще не трогались. Потому. Не все так быстро, как хотелось бы. Ну да. Так, ну что, пытаемся? Пытаемся, делаем умное лицо. Обязательно, это обязательный атрибут этой операции. Так, ну что там? Осталась меньшая часть. Так. Вот тут плохо фокус наводится. А ты подожди. Ага. Его надо подождать. Не так быстро наводится. Ну что у нас там получилось? Ага. Разбиваем чуть больше. Машину там отправляли в гараже? Да, примерзает. Посмотрим, что дальше. Вот, смотрим. Сынуля, помощничек. Делал сам свою машинку. Надергал папе. Теперь пусть у папы голова болит. Вот, и дергает немножко не там. Ну ничего. Зато я потренируюсь. На камере, на красивой. Ничего, я поучусь, и сынок мой поучится. Вот, вот так весело проводим мы время. Один дергает, другой забивает. Кое-что позабивал, то, что сыночек надергал. Вот, ну тут как бы надо заниматься. Неудобное положение. Вот, я думаю, что проще будет капот. Тут он 4 болта открутил и снять подвод воды. Вот, снять его. Вот это вот отщелкивается элементарно. Поставить на стол, взять крючочек в том гараже, потому что здесь ничего нет, это каждый раз бегать, тут носить смысла не вижу. Поставить на стол и один раз взяться и сделать. А пока что займусь вот такими вещами. Тут нещадно град лупил, по стойке тоже. В общем, хорошего мало настучал. Вот такие вещи сейчас вот возьмусь тут. Чуть тут надо поделать, вот тоже вмятина крупная, вот. И возьму клеем, поработаю. А что делать? Надо же выпрямлять, а не сидеть, сложа руки. Вот, для сравнения. И тут тоже. Вмятинка. Палец прям помещается туда хорошо. Надо клеить, надо делать. Процесс пошел. Клеимся, дергаемся.
потихоньку будет выходить, конечно. Вот. Я не хочу перетягивать, чтобы потом не забивать лишнего. Лучше три раза приклеиться, чем один раз перетянуть. Как-то так. Ну вот первый результат на крыше. Здесь вот это была блямба у нас. Вторым номером вот здесь было нашей программы. Вот здесь тоже тычок будем делать.